Всем добрый день! Сегодня покажу вам вот такой аппарат. Это физиотерапевтический аппарат, через кожный, работает от двух батареек, то есть не зависит от розетки. Удобно тем, что можно брать в дорогу, что и мы делаем, то есть во все поездки он с нами. Помещается в ладошку, вот он сам аппликатор, через который подается ток, мощность вы сами регулируете, включается вот таким образом. Здесь встроенных 24 программы, благодаря которым можно не заморачиваться, за выражение извиняюсь, а сразу же выбрать программу, допустим, если есть какой-то нюанс, допустим, да, со здоровьем, то есть вы выбираете, и аппарат вам показывает, куда нужно ставить. Мощность вы регулируете от чувствительности, потому что чувствительность у каждого разная. Вот, допустим, кашель, да, то есть какая область, то есть вы задаете мощность, вот, допустим, и кожа, видите, красным горит, мигает. Как только вы соприкосновение с кожей происходит, он начинает работать и начинается отчет по времени. Вот, как только это время прошло, он показывает, в какую точку ставить дальше. И вот так, вот программа, курс. И я еще ставлю, если удушающий кашель у детей, то на иремную ямку, вот именно под ямочкой, под шеей, очень хорошо помогает, и вот этот любой воспалительный процесс снимается. Также мы снимаем температуру, то есть снижаем благодаря вот этому аппарату. Тоже ставим под коленки и локтевые вот сгибы именно, где у нас венки проходят, у детей по 30 секунд по парам туда-сюда ставлю, и буквально через 30 минут замеряю, и температура снижается. Это уже проверено. Этому аппарату, ну, у меня уже весь такой поцарапанный, я его приобрела, получается, в 17 году, в январе, вот, и мы им пользуемся с удовольствием, если вздутие живота у ребенка, животик болит вот с самого рождения, то есть мы сразу же его включаем и начинаем использовать. Также очень хорошо при любых, допустим, заболеваниях позвоночника, также включаете, и он показывает, на какие зоны нужно проставлять. В поездках кого тошнит, например, да, вот травмы различные, не дай бог. При мне были такие результаты, когда на мероприятии человек потерял сознание, и у одного из консультантов был с собой вот этот аппарат, то есть поставили максимальную мощность и над верхней губой приложили, и человек в сознание пришел, то есть это прямо результат, который на глазах. При гинекологических болях различные, вот абсолютно здесь вот все вот эти точки гипертонии, гипотонии, то есть какие места мощности, есть к нему более подробная инструкция, совсем прописано, как курс применять. Также у нас есть канал в Telegram, там есть консультанты, которые прямо рекомендуют, куда что ставить, и также на любой запрос можете просто в поисковой строке набрать, и конкретная прямо система лечения есть. Также, как говорила я, встроенный сюда детский доктор входит и может в составе, да, этого аппарата, и можно включить, сколько ребенку лет, в зависимости от этого будет регулироваться мощность, ну и дополнительные программы высвечиваются. Также есть скрининг, можно провести и узнать, где именно какие проблемные зоны. Тоже конкретно по этому есть в инструкции все это прописано. Дальше, то есть я мужу проставляла по позвоночнику, когда он у меня вахтой работал, проставляла прямо аппаратом, и мы диагностировали именно, где что болит, какая болевая точка у него именно в позвоночнике. А потом мы с помощью вот этих выносных аппаратов, которые подключаются вот сюда, вот в этот разъем, мы просто-напросто по 20-25 минут ставили, вот, и все проходило. Очень классный аппарат, удобный. И давление нормализует, как я говорила, и любой воспалительный процесс убирает. К нему очень много выносных аппаратов, ну как много, вот такие денос-очки, которые не только решают проблемы со зрением, а также улучшает это зрение, да, и плюс я такой результат получила, что он снимает воспалительный процесс при насморке и также гайморите, то есть заложенность в носу убирает просто-напросто, также снимает отечность, если есть под глазами.
Это дополнительный как бы, да, эффект, тоже к ним вот такие инструкции идут. И вот еще у меня есть выносной электрод вот такой. То есть знаете, что через волосы ток не передается, а здесь получается вы прям по коже головы. То есть при выпадении волос, у кого-то, допустим, домашние питомцы, да, как члены семьи, тоже вот при лечении можно использовать вот этот выносной электрод. Здесь вот этим выносным электродом очень удобно. То есть также я его сюда присоединяю и работаю, когда у ребенка, допустим, вот был у нас случай последний раз с бронхитом, это в 2017 году, после этого мы бронхитом больше не болели. Как только начинаем болеть, я сразу беру этот Денос, наш аппарат, и начинаю просто-напросто на точке ставить, поэтому мы до бронхита не доводим. Вот прямо вот такими линиями, это тоже все есть в инструкции, а если кому нужно, я все отправлю, каким образом все это работает. Также можно применять его при целлюлите. Тоже вот сейчас очень распространенные процедуры, которые проводят в салонах, они достаточно дорогостоящие, 1000 рублей за сеанс. А у нас, пожалуйста, вы берете в руки вот аппарат и вот и начинаете по массажным линиям, по проблемным зонам проводить вот эту процедуру. Здесь там тоже у нас есть вот прямо описание, как работают именно при вот таком нюансе кожи, что нужно делать, как проводить и так далее. Вот, коленки болят, еще что-то, какие-то области, допустим, да, вот можно зафиксировать вот эти чрезкожные аппликаторы и, пожалуйста, отдыхать, что-то делать, допустим, он программу проработает, если не да, а если человек уснул, он просто сам-напросто отключится. Фиксаторы разные есть, разного размера, то есть на руку, на шею, на живот, на спину, то есть можно зафиксировать спокойно, чтобы вот эти, значит, аппликаторы не слетали. Также есть для ног специально большой, сюда его не принесла, вот, тоже можно почитать у нас на сайте. Это все у нас доступно в продаже на сайте компании Faberlic. Если есть скидка 20%, пожалуйста, со скидкой приобретайте. Если нет, кто делает 50 баллов, то можно вот эти аппараты, аппликаторы заказать с 26% скидкой. Это очень выгодно получается. Вот он, пожалуйста, сам отключился, так как не было контакта с кожей. Вот. Здесь я, как сказала, мощность регулируете уже сами от чувствительности именно вашей кожи. Ну и плюс, как он работает, я просто своими словами скажу. То есть вы подаете сигнал вот, на больную точку, допустим, да, он подает в мозг. И за счет собственных ресурсов нашего организма, потому что мы их не используем, мозг наш дает сигнал, что нужно там исправить вот именно какую-то проблему. И организм начинает работать. Вот, поэтому очень классный аппарат, ему уже больше 20 лет, очень много отзывов, много результатов, огромное просто количество. Вот, поэтому если вы не обращали внимания в каталоге на этот аппарат, хочу обратить ваше внимание, действительно, не проходите мимо, потому что он, это домашний доктор, который прослужит вам больше 20 лет, это точно. Вот такой, это как скорая помощь. Расскажу еще один отзыв. У ребенка отит, то есть я не знала, что это у него отит. И она очень сильно начала плакать, потому что это было, был вечер уже поздний. И она начала плакать, ей было 3 года, помню. Вот, болит ухо, говорит, сильно тукает. То есть я испугалась, конечно, вызвала скорую помощь, пока она ехала. Я вокруг ушка проставляла вот этим аппаратом. То есть они приехали, она уже успокоилась. Потом мы поехали, просто, видимо, вот, ну, они сказали, что нам нужно было прокапать. Вот, это был отит. Вот. И снижаем температуру мы только вот этим аппаратом. Мы никаких жаропонижающих и как они там, да, боль, которую убирают препараты, мы не принимаем. У меня даже их нет, я даже названия не знаю. Поэтому, конечно, просто рекомендую действительно вот этот аппарат взять себе на заметку. Особенно если есть детки, пожилые. То есть это действительно аппарат, который улучшает качество жизни и продлевает, опять же, продлевает нашу жизнь. Вот. Желаю всем здоровья.